Доброго времени суток, друзья! С вами Фанатик, и это продолжение прохождения Чужие. Темный спуск. Передохнули, стресс сняли, теперь вот здесь открыть и расшифровать это дело. Вернее, расшифровать, а потом открыть. Тут какая-то зараза ползет прямо перед дверями этими. Назад. Поперлась туда. Полиция еще рановато. Угроза средняя. Но гуляет по коридорчику. Ой, нет, 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 нет. А теперь можно. Бегом. Здесь не пройти. Сюда тогда. Тут. Давай куча яиц. Пойду. Тут еще есть материалы. Тогда сюда. Угу, тупик. Закрыто. Закрыто. Можно открыть. M577 armored personnel carrier. What's a beauty like this doing here? Squad, I know time's against us, but retrieving this vehicle might be the smartest move here. But there. The APC deploys more Marines on site. And if we're to find that power core, the more the merrier, right, Hayes? Good thinking, Harper. But we better do it quick. Нормально. Вот только зачем они возвращаются на Атага? Тю. Аж целый день пропустится. Это подстава. Это подстава, ё-моё. Ну ладно, уровень агрессии снизится. Это неплохо. Всего лишь 10% я с предыдущего раза, да? По бойцам. Есть ранение, есть усталость. Один Анидзука прокачался. Давай. Скорость. Мститель. Выносливость. Давай скорость. Блин, и патроны все, которые были, пропадут. Такое себе тоже. Hello, Administrator Hayes. Так и что? И где этот БТР? У меня всего лишь 104 материала. See you around. Hello, ma'am. И на миссию смогут отправиться одни новички. И остальные в медотсеке. Them, просто hello, охренеть. Stay safe, okay? Ну и плюс еще нужно день пропустить. Ладно. Диверсия на генераторе Атага. На Атага отключилось питание. Корриган выяснила, что причиной стало повреждение силовых коммуникаторов. Тут что-то нечистое. Пока поломка не будет устранена, мы не сможем совершать вылазки и пользоваться комнатами. Что происходит? У нас нет на это времени. Пропускаем вылазку, и это событие может повториться. Допросим всех членов экипажа, а также узнаем, кто это сделал. Инженеры будут недоступны, врачи будут недоступны. А кто ж тогда на миссию? Новички пойдут. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам.
Обыщем Атага силами колониальной морской пехоты. И один из наших самых опытных морпехов откиснет. А еще я не получу 50 материалов целых. Ладно, давай силами пехоты. Медик Де Нейрон гибнет во время обыска. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. Можно на вылазку. Медик гибнет. Мэм. Мемориал. Это кто? Умник с невезением. Третьего ранга, блин. Жалко, конечно. Бойца пропукать. Всего лишь на миссии один раз был. Ой, ну ладно, с этим ничего не поделаешь. Зато нашли виновных, я надеюсь. Накачать бойца Бейкера, повысить. Пулеметчик либо техник. Техник либо... Давай пулеметчика все-таки возьмем. У него как раз мясник. Скорость. Дальняя воля. Давай вот так. Did I teach you, Marine? Salute. Надо ему сразу выдать пулемет. Так. Пулемет блок. Одними новичками особо не повоюешь. Разведчика можно взять. Давай. This one's a priority. Подлечим разведчика. Анидзука еще 3 дня, можно его взять. Смит, пулеметчик 6 ранга. По-любому мне нужен, берем его. This one's a priority. Understood. Далее. Еще подлечить Анидзуку, пожалуй. This one's a priority. Understood. Talk to you soon. Ну хорошо. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. Латимера можно отправить вылечиться от пирофобии. 3 дня он будет недоступен. Подожди, это как раз тот, которого я хочу на миссию взять. Нет, тогда ни в коем случае этого нельзя допустить. Выбираю точку. Могу я? Нет. То есть мне... До лифта нужно будет добраться сначала. Ладно, высадка сюда. Собрать команду. О! О-о-о-о-о! БТР! Такой БТР! Хороший БТР! Слушайте, нифига себе, 5 бойцов. Можно брать теперь на миссию. Вот это ништяк. Значит, разведчик. Улучшитель есть. Улучшение ему, в принципе, не нужно. Здесь все как надо. И до 7 ранга осталось совсем чуть-чуть. И твердая воля, и живучесть, и стальная воля, и скорость, и, конечно же, броня. РПГ стоит. Все как нужно. Помповый дробовик, мина. Бейкер. Это новоиспеченный пулеметчик, да? Новоиспеченного пулеметчика нужно прогрейдить. Торос, значит, назад. Я ж не могу здесь. Да, улучшать их не могу. Значит, назад. Hello, назад. Administrator Hayes. Назад. Казарма. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. What did I teach you, Marine? Salute. Этому я что могу повесить? Под сумок дополнительная обойма. Тебя.
Командный дух уже есть. Боевой сканер не особо нужен. Большой магазин уже установлен. Ну, давай прицел тебе дадим. Будешь более метким. Так. Нет, этот загрыжен полностью, только на 10 ранке. Можно будет еще что-то ему дать. Медотсеки. Бейкер. Вот этого товарища нужно. Новоиспеченный пулеметчик, мясник. Тебе, значит, ударные патроны не нужно. А вот улучшенная система слежения. Вот это поставим. И прицелы, подсумки, большой магазин. Кстати, большой магазин для пулеметчиков. Очень даже круто. Давай большой магазин. Будет дико полезно. Торрес. Торрес. Что тебе можно взять? Примерно ни хрена. Это новички. Особого смысла их бустить нет. Bye, без специализации они еще пока что. Хорошо. Understood. На вылазку. Сюда собрать. Два пулеметчика. Один разведчик. И парочку обычных бойцов. С слабым здоровьем вот этот, конечно... А вот этот... Что? Упрямство. Случайным образом выбираются. Или бы с тобой, пусть будет. У этого камень на душе. Если его ранят, то до свидания. Там и останется. Но у меня выбора нет. Поэтому отправляемся так. Здесь РПГ. Могу я... Мины нельзя устанавливать. Получается, тебе мины. Выбрать инвентарь. О, и турелек можно больше. То есть на каждого бойца по турельке. Класс. Броня. Извлекатели. Феромоны. Кислотозащитный гель. Феромоновые мины. Стазисные мины. Беру 4 штучки турельки, медикаменты, давай по 4, вот так вот, приступим. Лейтенанта, конечно, нет в команде, это паршиво, откровенно, но выбора-то у меня нет, из-за того, что мы вернулись. Ранее истощенные на отдыхе. Ну да ладно. Мне опять через этих всех ксеноморфов нужно как-то... пробраться до той зоны, где я был, и там исследовать это все дело. То, что БТР теперь может перевозить аж 5 бойцов, это очень круто. Дополнительный автомат. Также дополнительный специалист. Это прикольно. Сразу заходим. Бегом, бегом. Бегом. 5 патронов всего лишь. Вот это проблема. Патронами прям проблема.
corridor's full of eggs. Right. We might want to find another way to the processor. Come on, team! Hurry up, you slugs! Что за паника? Подожди, лифт заблокирован? Чего? Это нехорошо. Это даже очень нехорошо. Нет, можно вызвать подъемник, чего? Нормально, вызываю тогда. Найдите способ. Ну вот способ. Чем не способ? Спускаемся в подвальное помещение. Чего они панику развели? Нормально же, лифт вызывается. Все как надо. Ну, БТР это мощно. Прямо обалдеть. Так. Здесь поменялось ничего. Давайте. Значит, вот сюда. По прямой. Сюда. Я уже лазил везде. Стоп. Там какое-то движение началось. Заблокировано, не пройти. Тут пала зверушка, но может быть сейчас не спит. И ее проскочить. Давай-ка сюда. Оп. Нет, зараза сидит. Чтоб его. Ну, хотя что мне? У меня же теперь есть разведчик. Никаких проблем у меня с этим нет. Разведчик, разберись-ка. Ну и как раз гляну, что здесь. Инструменты. Ну, забрать инструменты в таком случае. Здесь еще и образец с него выпадает. Подобрать. Здесь не получится пройти ни хрена. Здесь не получится. Здесь тоже везде забаррикадировано. Забаррикадировано. Где я могу еще? Так. Так. А теперь нужно аккуратненько вот здесь вот. Куда она идет? Сюда, если зайдет, будет плохо. Давай вот так. Так рано палиться точно не стоит. Мне нужно через вот это помещение проникнуть вот сюда вот. Да, действительно заходит. Вот же зараза какая. Валила дрянь такая. Давай сюда. Может быть, мне вообще побежать вот сюда вот. Разблокировать. В команде нет ха... У меня ни одного хакера нема. Ясно, понятно. Давай тогда бегом сюда. Из хакеров паршиво. Очень даже паршиво. Куда он пошел? Угу, туда. Хорошо. Тогда вот так вот. Раскакиваю. Вот это помещение. Стоп, блин, да что ж ты... По всем углам спят. Гаденыши такие. Чтоб их. Как же они меня бесят просто. Спят. По всем углам. Так, тут что происходит? Здесь будут припасы.
Здесь... Ну-ка, заходите. Вдруг получится спрятаться. Вот сюда. Возьмите аптечку. И починить синтетика. Синтетик, что они не смогут меня найти, надеюсь. Блин, ну не иди сюда только. Hurry, we can't stay here. They really want this opened. Double time. Вроде бы не должны найти. В таком случае получить данные. Собрать инструменты. Исследование парировано. Класс. Здесь огроменная комната с ихним ульем. Тут можно забрать патроны, в принципе. Не должен я нарваться снова на этого гада. Но там они носятся по кругу. Вот заколебали. Ладно, поставь здесь детектор движения. Просто круги нарезают какие-то. Ладно. Фиг бы с вами. Входим сначала сюда. Гляну, что здесь. Там есть двери. Hurry up, squad. Что? Тут тупик. Move. Кстати, патрончики нужно взять. Здесь очередное гнездо. Да, я не пройду, заблокировано, да. Тогда бегом сюда. Бегом сюда. Гляну, что здесь происходит. Так. Какой-то коридорчик весь в слизи. Здесь можно взорвать. Что здесь? Come on, team. Угу. Комнатка, где можно передохнуть, если вдруг что. Обыскать вот этого товарища. Больше здесь ничего особо интересного. И гнездо. Будут ли там какие-то припасы? Вопрос, конечно, интересный. Здесь, кстати, я обыскал я еще одного товарища. Ладно, успеем. Давай сюда. Оп. Везде кровище. Что здесь? Гнездо. Стоит ли туда соваться? По коридору тоже опасно идти. Ну-ка, давай вот так. Что здесь? Можно разблокировать. Было бы двери, но сейчас это невозможно. Давайте заходим. Патрончики хватаю. Куда это ведет? А, это выводит в этот коридор. Вот оно что.
Come on, team. Причем эта сторона заблокирована. Что вы делаете? Зачем вы его атакуете? Ой, дураки, блин. Ой, дураки, блин. Зачем? Взяли, спалились. Кучка идиотов. Ладно, тогда заходим сюда. Исследовать вот эту область. Так, там, видимо, яйца. Можно бахнуть бочки. Яйца сгорят нафиг. Можно туда пройти. Бахни-ка, бочонок. Заблокировано с той стороны. Побахнуло хорошо, красиво. Блин, там еще есть эти лицехваты. Давай гранату. Отходим. Ой-ой-ой, отходим. В этом направлении отходим. Гаси с дробаша вот этого засранца. И отходим. Вверху еще один гаденыш. Давай с дробаша вот так вот бабахни. Есть, хорошо. Прям вообще четенько. С той стороны еще один несется. Отходим. Теперь в этом направлении. Здесь, скорее всего, будут какие-то припасы. Отходи, отходи, отходи. Можно дальше по коридорчику пойти. Какой-то поворот. Гасите его. Блин, мимо. Мимо с дробаша. Отходим. Отходим, причем отходим к этой двери. Завязывай моих новобранцев гасить. Че гаденыш. Блин, с этой стороны теперь бегут. Да что ж вы со всех сторон-то? Давай, дробаша, бах. Ууу, с этого вообще два образца. Отходим, 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 отходим. Бегун. Гасите его. Отходим, отходим, отходим. Это раз сюда. Нет времени даже немножко осмотреться. Какая-то полная задница происходит. Так, тут есть вообще что-нибудь полезное? Есть, в принципе. Бегом сюда. Возьми инструменты. Несется гаденыш. У меня уже очков команды нет. Блин, с той стороны тоже бежит. Сейчас дробаша его. Там. Слабенько. Ой, как слабенько. Еще один бежит с той стороны. Да уж, вот это веселое помещение. Куда бы мне отступить, чтобы отдохнуть? Получится ли это вообще сделать?
Бегом туда. Для начала сюда давайте. Может быть, не найдут. Будем. Есть что? Ага. Есть припасы. Есть ли враги? Есть целая куча яиц. Мне нечем их бахнуть. Рубаю тогда навык. Заходим. Граната пошла. Побегом сюда. Собрать, собрать, обыскать. Посмотрим. Здесь больше ничего интересного. Туда коридор ведет. Инструмент забрали. Аптечку забрали, еще один инструмент забрали. Хожу сюда. Все, мы скрыты. Класс. Раз мы скрыты, тогда нужно вернуться и забрать образцы с этих. Вот с этого два, с этого один образец. Так. И тут все уже обыскано. Получается, мне нужно по вот этому коридору. Топ. Назад. Назад, назад, назад. Только не пались, пожалуйста. Валим. Так. Это что? Расшифровать нужно. Блин. Это плохо. В это помещение никак не попасть. Рвальщиков у меня нет. Это прошиво. Здесь тупик. Здесь баррикада. Так. А, это я уже сюда прибежал. Понятно. Давайте гляну, что здесь происходит. Это я с этой стороны. Давай тогда сюда. Глянем, что тут происходит. Есть припасы. Забрать. Искать вот этого. А инструменты мне уже некуда. Блин. Это проблемка. Их отсюда забрать будет потом нелегко, совсем нелегко. Ну, допустим. Захожу в это помещение. Что вы делаете? Опять палятся. Сразу атакуют. Вот ты нуты, блин. Там еще целая толпа лицехватов сейчас, да, выпрыгнет. Да, давай, граната пошла. Еще одну гранату туда же. Все? Это все были? Или ни хрена подобного? Нет, еще бегут лицехваты. Нужно бочонок взорвать. Давайте сюда. Обнаружение. С этой стороны еще один гаденыш несется с дробаша, его гасите. Вы убьете его, нет? Хватили одного. Давай еще с дробаша гаси, 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 гаси. Слабенько. С той стороны обходит опять. Воздаяние подрубаю. Входим, с дробаша его. Снять этого лицехвата. Взять припасы. Еще несется.
Еще несется сюда, блин. Давайте сюда тогда. Бах. Отпрыгнула. Мимо. Еще разок. Гранату отходим. Патроны нужно забрать. Подходите сюда. Еще один выскочит отсюда. На его как следует встретить. Гранатой, например. Давай, граната пошла. Блин, это бегун. Но есть попадание, слушайте, четко. Вполне себе получилось у меня это сделать. С той стороны еще двое. Они вообще закончатся когда-нибудь? Заколебали нестись. На звуки боя. Хожу. Здесь патроны взяли. Перезарядка у троих? Да, вы, конечно, молодцы. Нашли время тоже мне. Все, валим отсюда. Бегом. Да. Паем. Здесь стоял этот БТР. Данные. Значит, нужно забрать. Атакующая волна. Класс, блин. Этого только мне не хватало. Ну, ставлю турки. Будем отбиваться. Этого товарища полечить. Еще одну поставлю. Как-нибудь вот так. А, он, кстати, стоит. БТРчик. БТРчик стоит. Отсюда будут бежать. Хорошо. Будем отбиваться. Отойдите сюда. Это куда ведет? Здесь заблокировано. Давай-ка вот так вот. Подавление. С этой стороны еще двое несется. Обходят. Тут не пройдут. По этому коридору, видимо, можно будет пройти. Все. Наконец-таки волна закончилась. Собрать.
И вырубить навык подавления. Все, побежали. Check your vitals, squad. Hurry up, you slugs. К БТРу. Бегом. Эвакуация выживших. Синтетика. Обыскать. Нет места в инвентаре. В смысле. Материалы тогда хотя бы забери. Видимо, тут инструменты. Можно попробовать вот в этом помещении отдохнуть. Ну-ка. Работает как? Нет, не работает. Здесь не получится отдохнуть. А где? Тут вообще негде. Только в генераторной. Да, генераторной достаточно. Путь не близкий. Хотя... Нет, нормально, можно добраться. Бегом. Вот здесь вот пробегаю. Проходим через вот эти двери. И в генераторную. В смысле, две двери. А это почему не запаянная? О, беда, слушайте. Отдохнуть не получится. Это плохо. Даже очень плохо. Давайте все сюда тогда. Брать образец. Потом сюда. Потом туда. Здесь тоже собрать образец. С той стороны ползут. Здесь, скорее всего, какой-то еще выживший. Но взламывать неким. Это помещение. Ничего не поделаешь. Come on, team. Hurry up, squad. Тут что? Come on, team. Куча яиц. Аптечка есть. Отходим. Ну, ради аптечки, блин, тут еще какое-то помещение. С той стороны они выходят. Тогда нафиг, не пойдем туда пока что. Тут забаррикадировано. Да что ж такое, везде куча яиц. Получится вообще пройти или нет? Бегом, парни. Так. Просочился. Тут, надеюсь, не будет куча яиц. Вроде бы нет. Давай обыскать вот этого. Ничего. Хорошо. Тут двери пробиты. Какого? Да что происходит? Почему они так палятся быстро? С этой стороны тоже кто-то идет. Дробаша, гаси. Гаси с дробаша. Отходим. Ходим. Проблема в том, что идет негде спрятаться. Вообще негде спрятаться. Они и так на стрессе, блин. Ходим. Тут не пройти. Давай по этому коридорчику бегом. Ходим. Здесь заблокировано. Здесь что? Намор второй категории.
Вот здесь можно будет отбиваться. Check it out anyway. It could help shut the containment measures down. Seems we found ourselves a way to this elevator. The power core should be right below. It has to be. Ну, нужно установить пару турелей. Иначе может быть плохо. Патроны возьми. И ты возьми патроны. Здесь развернуть главный мост. Ага, и начнется веселуха. Понятно. Здесь патроны, аптечка. Ну его нафиг. Устанавливаю, значит, турки. Вот так. И одну турельку поставлю, ну, где-нибудь. Вот здесь примерно как-нибудь... Вот таким вот образом. Конечно, мои бойцы на панике. Ну, с этим ничего не поделать. Понеслась. Развернуть мост. Продолжить. Фаза защиты. По всех сторон лезут. А вот этот мост, что ли, разворачивается? Ох, как их много. Ё-моё. Жесть какая. С этой стороны вообще какой-то ужас. Давай гранату. Хотя бы будут замедляться. Огонь на подавление по центральному коридору давай. И также подсветку. И еще гранату замедляющую. Дополнительно туда же. Активировать дорожку. И вот эту. Жесть, как их много. Оу. Рушитель несется. Терминалы боковых мостов использованы. Да, так патроны могут закончиться. Все. Обыскать вот этого товарища. Они продолжают лезть. Класс. Просто класс, блин. Мне нужно туда бежать. Ладно, бегом. Ну, побегом сюда. Здесь патрончики будут. Не пройти. Давай, нужно взять патроны. Давай. Здесь валяется товарищ. Обыскать его. Тут, правда, тоже какие-то патрончики, но туда не добраться ни хрена, то надо обходить. Что мне нужно сделать? Вот здесь еще патроны есть.
Нужно пробежать, их подобрать. Аптечка. Давай, бегом сюда. Патроны мне точно пригодятся. Давай. Обыскать. Есть патроны. Бегом сюда. Здесь еще патроны можно взять. Тут нужно активировать терминал. Давай, беги, активируй терминал. Вот этот вот. Развернуть главный мост. Взять патроны, взять патроны. Сюда. Здесь все забаррикадировано. И нахрена вы их атакуете? Дураки, блин. Все, патроны собраны. Это хорошо. Возвращаемся тогда. Возвращаемся. Нужно еще с другой стороны обыскать. Блин, как их много опять. Как их опять много. Еще не до конца главный мост открыт. Не продолжают щемиться. Это веселуха. Эй, какое сбить с ног? Пошел нафиг! И зарядка у двоих здесь сдерживает их. Вроде несется. Поднимайся, все, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. От этого сейчас избавиться. Здесь прохода нет, да? Получается, мне нужно туда идти, что ли? На этот мост. Либо сюда. Не пойму, куда идти, блин. Это проблема. Tango, straight ahead. То есть вот сюда. Собрать образец этого засранца. Остальные двигайтесь вот сюда вот. Тут есть турелька, можно ее взять. Даже не можно, а нужно. Еще один гаденыш несется. Тут патроны надо взять. Давай, 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 отходите. Тут завалы, да. Турелька мне точно пригодится. Нужно будет ее установить вот здесь вот на проходе, чтобы прикрывала. Давайте, 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 давайте. Один патрон. Плюс одна турка. Бегом сюда. Нужно установить, значит, турель вот здесь на мосту. Есть. Турель установлена. Три обоймы еще. Тут ничего особо интересного. Тогда сюда. Проходим. Проходим. Вот этого обыскать. Нет места, значит, аптечки. Что мне остается? Нужно принять на пролив. Принять на пролив. Принять на пролив. И принять на пролив. Так. Мы здесь не пройдем, что ли? О, засада. Ладно, обыщите вот этого товарища. Мне нужно на другой мост. Дополнительная аптечка. Хорошо. Бегом сюда. Вот это вот взять турку. В таком случае бегом сюда. Здесь патронов уже ни хрена не осталось. По-хорошему нужно перезаряжать. Давай на центр. Вот эту турельку перезарядить. И вот эту тоже.
У этих, в принципе, тоже почти патронов не осталось. Давайте. Так, так, готово. Теперь сюда, на вот этот мост, бегом. Патронов нет, отбиваться нечем вообще. Вот здесь вот взять патроны. Где еще? Где еще какие-нибудь припасы? Не вижу, не вижу, не вижу, ни хрена. Так, подобрал. Давай по этому мосту бегом. Вот здесь еще патроны взять. Остальные дальше бегом. Вот эти патроны взять, аптечку взять. И вернуть главный мост. Появилась-то и обоймы. Главный мост установлен. Ой-ой-ой-ой-ой. Пахнет вот это. Утробаша, гаси вот этого засранца. И еще разок с этого вот. Есть. Еще несется. Давай, с дробаша. Есть. Да сколько вас там будет? Вы издеваетесь. Бегунцы, блин. Очень много вылазит. Жесть какая-то. Не туда я помчался. То есть они продолжают и продолжают выползать. Этого сейчас грохнут, похоже. Нет, обошлось. Лечи его. Остальные вперед. Фаза защиты окончена. Просто чудом каким-то спаслись. Забинтовались. Так. На главный мост теперь. Бегом. Бегом, 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 бегом. Собирать образцы. Раз, два, три. Берем. Здесь. Взять. И вот эту турку тоже взять. Они нам еще очень даже нужны. На самом деле нужно все собрать. Давай вот эту и вот эту забираем. Как раз будет 5 турелей. Исследование прервано. Вау. Отбились. Просто каким-то чудом мы от этого отбились. Хорошо. Тогда теперь на главный мост. Вот сюда. Вот. Патронов просто на тоненьком. Последняя обойма. Чисто за счет большого объема у двух пулеметчиков. Берем патроны. Берем аптечки. Так. И сюда. Лифт. Подвал 2. Подвал 2. Это еще не конец. Бойцы уже измотаны, патронов почти не осталось. Две турели пустые, обойма. Йоу, сержант, один на обед, без резервации.
That thing's guarding the power core. We have no choice but to kill it. Easier said than done, Hayes. Королева сидит. Прямо возле энергогенератора. Греется. Ладно, взять припасы. Здесь аптечка, там патрончики. Патрончики — это хорошо. Патрончики мне точно нужны будут. Очки командования пока что восстанавливаются. Есть восстояние. Что вы убежали-то? А, все не помещается уже, аптечки. Я могу в какой-то комнатке-то отдохнуть? Да, вот тут еще есть патроны. Это забаррикадировано. Мне нужно снять стресс несколько раз, отдохнуть. О, что себе здесь какое. Эй, так что? Опять я ввязался в какую-то лажу. Бесконечная волна достигла сектора. Класс. Просто класс. Ну давай, турку. Еще одну. Sentry, almost ready. А, тут видно, как оно. Ясно. Тогда отмена. Deploying sentry gun. Мне вот это не нравится, что нельзя отменить. Ладно, турели здесь оставляю. Мне нужно добраться до королевы. Здесь не пройти, здесь не пройти. То есть туда нужно бежать. Хотя такое себе, турели оставлять нельзя. Эти турели мне точно пригодятся. Бегом сюда. Бегом, 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 бегом. Так. Ты сюда. Ой, лезет. Лезет, зараза. Отойдите оттуда. Две гадины, с дробаша гаси. Раз. Потрясение, еще и два урона. Этого мне только не хватало. Аптечку. Проходим сюда. Блин, да ну вы нашли, где вылазить. В том месте, где, блин, проходит лечение, этот вылазит такой. Ага, ща я вас. Гаденыш, блин. Аптечка в никуда просто. Уходим на эту сторону. Убиваемся по пути. Давай, дробаша гаси. Этот, конечно же, отпрыгивает, но его немножко цепляет. Еще раз давай, дробаша. Еще веселее началось. Сейчас волна пройдет. Все, теперь бегом. Бегом. Здесь патроны. Берем. Воздаяние. Давай, дробаш. Возьмите уже патроны. Кто там должен этим заниматься? Патроны мне нужны. Гадость летит. Давай, дробаша, гаси его. Да уж. Вот эту аптечку тоже возьмите. Так. Мне нужно пробраться, получается, через центр. Как-то к королеве. А каким образом я должен туда пройти?
И сюда. Проблема в том, что у меня очень и очень мало патронов, а эти гады все лезут и лезут. Рабаша, гаси. Есть хорошее попадание, аптечку забрали. О, еще один с той стороны бежит. Ладно, там, в принципе, волна энергии. Давай сюда бегом. Перезарядка, перезарядка. О, мне нужно вот здесь проходить. Тут больше нет никаких припасов. Не вижу больше никаких припасов. Ой, нет. Не вариант. Давай по центру. Давай по центру. Да ну... Да не туда. Сюда идите, блин. Вот так вот. Так вот. Так, теперь здесь. Бегом. Пробегаю. Рабаша, гаси. Ладно, это не надо было делать. Теперь сюда. Тут. Блин, что за зал такой бесконечный? У меня патронов минус один. А как это так? Может быть минус один? Вот здесь можно пройти, да? Там инструменты, тут патроны, кстати. Бегом. Побежали. Давайте. Бегом, 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 бегом. Оп. Патроны взять. В смысле нет места в инвентаре? В смысле нет места в инвентаре? Алло. Это как так? Беги давай. Взломать мост. Гаси-ка, еще один прыгает откуда-то. Блин, вот же гадости. Рабаша, гаси. Не того, кто должен был взламывать мост, сбили с ног. Да, полная задница. Ранение. С другой стороны еще несется. Ходи назад. Ходи назад. Воздаяния нету. Мосты раздвинуты. Просто какой-то кобздец. Кислота, гибель. Ой, ну тут придется загружаться. Тут придется загружаться. Атмосферный генератор. Тоже знал, что если в эту дверцу зайти, то будет задница. Мне нужно сначала забрать патроны, которые доступны мне. Также принять на пролив. Сюда, принять на пролив. Сюда. Взять аптечку. Вот здесь вот есть патрончики. Пулеметчик. Еще разок на пролив пойми. Испуг. Второй пулеметчик тоже пойми. Мне нужно, чтобы вы попадали. Также подлечить одного, второго. Прибежали. Класс. Зафиксирован огонь. Первичные меры безопасности при угрозе активированы. Ты сдохни, гадость. Какого фига? Что это было вообще? Прибежала какая-то зараза.
Давай всех гасить. Так, давай, на пролив. Сюда на пролив. Взять вот эту аптечку. Здесь точность снижается. Тоже прими еще один на пролив. Нельзя точность снижать. Ты основа нашей боевой мощи. Теперь бегом сюда. Это новичок, пофиг на него, в принципе. Взять патрончики, дополнительная обойма. Let's see what's inside. Улей не активен, но отсюда выбежала в прошлый раз ксеноморфина, и давай меня атаковать. Move, капец. Move. Заходим. Бах. То если воспользоваться. Ну да, попробуй тут воспользоваться. Бегом, 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 бегом. Оп. Назад, назад, отходим. Нельзя, чтобы он допрыгнул до меня. Дробаша, гаси его. Там еще один. Разочек дробаша. Прыгивает гаденыш. Разочек дробаша. Разобрались, теперь бегом. Бегом сюда. Давай, 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 давай. Здесь патроны, здесь аптечка. Этот все-таки сдох. Бам! Прям в лицо гранатой. Хорошо. Все, идем сюда. Они его лупят, лупят. А эффекта вообще никакого. Так, есть аптечка. Патроны есть. Сюда бегом. Не надо тратить патроны, почем зря. В принципе, эта гадость должна сдохнуть. Сейчас энергогенератор ее бабахнет. Да не тратьте патроны вы. Все. Бегом. Бегом. Даже вот сюда сразу. Успеем вообще мы пробежать-то? Кое-как, чудом каким-то пробежали. Так, и что? Здесь слизью все перекрыто. Тогда получается мне нужно сюда. Как вас много. Отходим, 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 отходим. Эти прыгуны, конечно, просто очень быстро сокращают дистанцию. Это капец как не нравится. Куда мне нужно? Вот сюда мне нужно добраться. Хорошо, бегом. И 4 обоймы. Их тут несколько штук, видимо. Все? Есть? Давайте тогда. По-быстрому. Сюда. Здесь. Ставлю я, пожалуй, турельку. Таким вот образом. Ставлю турельку вот таким вот образом. Здесь взломать мост. И забрать нету места в инвентаре, чтобы инструменты забрать. Как сиганет, успею установить. Успел установить.
есть. Второй прыгает, они сразу в одну точку вдвоем. Вот дают. Как-то их много несется. Ладно, этот умрет. Вот там. Куда мне? Мне нужно вон туда теперь как-то попасть. А, там королева активировалась. Этот сбит с ног. Полечить его. Вот эту турку починить. Это что, лицехваты что ли? Лицехваты бегут. Ё-моё. Что здесь? Не пойму. А, королева бежит в этом направлении. Так. Ладно, будем как-то здесь отбиваться тогда. Ставлю еще одну турельку. Вот сюда. И еще одну турельку. Вот так вот. Каким образом здесь пролезли лицехваты? Вообще непонятно. В этом королева все еще несется, несется. Блин, если ее попробовать задержать и на генераторе, она сдохнет, возможно. Вот этого бойца нужно подлечить. Здесь перезарядка. Последнюю нет смысла доставать, там нет патронов. Замечена королева ксеноморфов. Да, ты чё? Где она там? Он еще бежит. Заградительный огонь. В таком случае не достаю. А здесь нельзя им пользоваться. От королевы уже почти ничего не осталось. Давай, ракетой в нее. Заведи-ка. Бам! Красиво. Поднимай. Боеприпасов почти не осталось. Оставшись без боеприпасов, морпехи переключаются на менее эффективное вспомогательное оружие. То есть на пистолеты, что ли? Теперь мне нужно забрать вот эту штуку. Эти продолжат щемиться со всех сторон, видимо. Так, взять турку. Взять турку. Вот эту тоже. И вот эту. Все собираем. Все-таки они не перестают атаковать, а просто на менее эффективное переключаются. Тогда не страшно. Ты там не стой, главное. Нормально обошлось. Блин, мне каким-то образом нужно успеть собрать. Образцы, давай, ты бери вот этот образец. Видит он вернуться. Серьезно, не успеет? А нет, но он не умирает. Он не умирает, это хорошо. Давай тогда тебя подлечим сейчас. Аптечкой. Потому что мне нужно собрать образец королевы. Прям, ну, очень нужно. Бегом сюда. Видите, вот этот образец. Всё, теперь собирайся, королева. Уходи! Успокаивающая сыворотка. Два урона всего лишь прилетает. Этого энергогенератора не так уж и много. Почему ксеноморфы умирают? Вообще непонятно. Теперь мне нужно добраться до сюда. Бегом.
Ради одного образца я больше рисковать не буду, но его нафиг. Давайте эти очки здоровья. On my way. Let's see what's inside. Это что, яйца, что ли? Почему они? Ну, видимо, лицехваты уже повыпрыгивали все. Power cord disengaged. Emergency bridges deployed. Containment measures lifted. Nice. One power core coming right up. Let's bring Korg and her Christmas gift squad. Back to the Otago. Move on. И осталось отсюда выбраться. Hurry up, you slugs! Валим, валим отседова. Тут нет припасов с этой стороны. Bring it on, you bastards! Да вроде бы нет. Все, в лифт. Come on, team. Уходим. On my way. На подвал один, еще сначала нужно. Не так-то просто отсюда выбраться. Ну ладно, к БРТ я уж как-нибудь доберу. Даже не БРТ, а теперь БТР у меня, а не БРТ. Этот более бронированный и вместительный. 5 бойцов перевозит. Мои, конечно, бойцы полностью истощены. Давай сюда. Вот сюда, бегом. Мне нужно... А где выход? А где выход, стесняюсь я спросить. Это тут... А, вот здесь проход. АП. Тут где-то лежит тело. Нет. Значит, здесь... А где? В упор не вижу, блин. Что за прикол такой? Come on, team. Ладно, фиг бы с ним. Hurry up, squad. Мне так нет. Move on. Мне вот сюда куда-то. И на выход. Да уж, целое дело. Здесь у нас. Логово. Нет, туда я не пойду. Да я, пожалуй, не пойду. Теперь по этому коридору нужно максимально быстро сюда выбираться. Прямо максимально быстро. Стоп, назад. Назад. Не нужны мне сейчас проблемы эти. Сваливают. Сейчас уйдут. А я проскочу через вот это вот помещение. Проскочу, да, ага. Класс. Вот сюда тогда бегом. И это не спрятаться. Наверное, нет. Ну, в таком случае, блин, задница. Мне нужно вот сюда вот попасть. Ходите назад. Эту грохнули. Значит, бабахни вот эти яйца. Возьми аптечку. Вот этого добивайте. Куда вот это вот ведет? К гнезду, скорее всего. Отходите, отходите, отходите. Чего вы никак в него не попадете, в этого лицехвата, капец. Заползай, чудо-юдо, дробаша его сразу. Бам. И назад. Еще один, все, плюс одна аптечка. Сюда.
Хочу глянуть, что в этом помещении. Бегом. Ну да, здесь гнездо. Причем их тут ой и много. Граната туда. Отходим вверх. Этого гаси с дробаша, отходим. Воздаяние. Дробаша вот этого. Остались только пистолеты. Выходим, а тут веселье сразу встречает нас. Давай, дробаша, бах. Гранатку сюда. Добей его. Все, теперь бегом сюда. Бегом, бегом, бегом в это помещение. Давайте, 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 давайте. Нужно уходить. Нужно уходить максимально быстро. Бегом. Бегом. Просто не останавливайся. Дробаша, давай. Бам! Каким-то чудом выживает это. Уходи. Значит... Да ну ё-моё! Почти же уже эвакуация была. Так, ну тогда... Турели ставим. Одна, вторая вот этого бойца подлечить. Чуть-чуть не успел я отступить. Ты не будешь уже устанавливать? Мне нужна еще турелька обязательно. Иначе огневой мощи мне может и не хватить вполне себе. И еще одна вот здесь. Устанавливаем. Атакующая волна достигла сектора. Как-то будем отбиваться. Эффект здоровья, ну практически по максимуму. Бьем волну. Пару секунд не хватило. Я мог бы спокойно уже выйти отсюда. Эвакуироваться. Пушка тут, конечно, хорошая. Очень даже хорошая. Нужно огонь на подавление делать вот так вот. Они более медленно тут носились. Гранатку вот сюда давай. Не понадобилось, блин. Хорошо, хоть добрался до БРТ. Миссии все веселее и веселее становится. Все, атакующая волна закончена. Взять. Все. Эвакуация команды. Подтвердить. Такого у меня еще не было, чтобы патроны закончились. Пистолетов отбиваются. Королева, конечно, сама по себе вообще не опасная. Пока она там доползет, ракетница ей в лицо, на и все.
И никаких проблем. А вот всякие мелкие бегуны, вот это жесть. Их очень много атакует. На 100% выполнена миссия. Бедные бойцы. Получает пограничное расстройство. Это очень плохая штука, от нее нужно лечиться. У троих. Просто задница. И паранойя. Ладно, фиг бы с ним, с пирофобией, но остальные расстройства, это очень плохо. У меня нет бойцов, которые будут на миссии ходить. Так, искупление. Снимает негативную черту. Давай искупление. Здесь. Рядовой, рядовой. Оп. За счет упрямства берет выносливость. Такое себе, конечно. Так, этого сделаю я техником. Будет вторым техником. Твердая воля, чтобы не уставал он. Ну и дополнительный инженер у нас. Бля. Клептомания, минус 20 материалов. Класс. Привез материалы, но их украли. То есть у меня по нулям сейчас вообще. One dead queen, one power core. I don't want to jinx it, but this feels like our first real win. I wouldn't be so quick to celebrate. Any news from Price? We'll contact her. But first, you need to see Bookard. Hayes, I'm fine. I just need to know Cassandra's safe. I'm sure she is. Sergeant Martinez, what's your assessment of our new find? The APC? She's a bit banged up, but nothing we can't beat back into working shape. Should be able to deploy a bigger fire team from the next op. Good to know. Come on, Sergeant Harper. Let's get you to the medbay. В следующий раз получится для заброса более большой группы. Так, мы уже в пятером ходили. Очень странно. Так, что вот это за технология? Успокаивающая сыворотка. На пролив действует более эффективно. Вот это вообще красота. Слушайте. Мне бы сейчас такую штуку. То, что надо было бы. Медблок. With all due respect, Sergeant, you look like shit. Well, thanks, Bookard. Really helpful. So he finally decided to face his problems before they became everybody's problems? Hey. Soldiers talk, Sarge. You can't prevent that. They're on your side, Harper. They need you. I'm hoping that once you get clear of the planet, well, the hive, you no longer suffer these attacks. Until then, take this. It's a sedative. It should manage the worst of the symptoms. Good. Because I've got a job to do. I'll see you on the bridge. Подлечили мальца его. Ну и в командный центр. Stay safe, okay? All right, Director. Where's my dog? My associates did not let you down, Sergeant. Last time we spoke, Stern was about to find Cassandra. With any luck, he's on his way back to Pharos already. Can I talk to her? I'm afraid these damn storms will prevent that. But I promise you, she'll be safe in our headquarters. Did you keep your end of the bargain, Sergeant? We got the power core. My chief engineer is working on it. That leaves us with a cryosleep problem. Maybe we could find a vessel with the proper gas mixing chip. Somewhere in Jackson's Landing, perhaps? I checked with Corrigan. They won't be compatible. But the Bison we saw at Berkeley's dock just might. The what? An old Bison class hauler, the Montero, now docked at Berkeley. Back in 77, rebels used it to flee this rock. And who would blame them? Yet command ordered us to stop the ship. Standard boarding party, in and out. And you reckon we could find the right chip inside? Well, the Montero's there, right? We saw it. So I guess no one's used those cryosleep chambers in a long time. We have to be sure. Even a slight mistake in the gas mix will be fatal.
I know. It's a long shot. But it's the only one we can afford to take right now. Sergeant, I have reason to believe that a former Weyland-Yutani scientist, Joseph Marlowe... Oh, we're familiar with that name. Is that so? Well, he could be the architect of this outbreak. I appreciate it will not accentuate your trust in the company, Sergeant Harper. But my teams have reported that the Montero has been buzzing with activity these past few days. Which is highly unusual for a grounded ship. Someone's trying to escape, just like us. Do you think it could be that cult director? The Darwin era? Yes. I have reason to believe they're already in control of the Montero. All the more reason to go there. I don't want these bastards anywhere near the Otago. This time, we're doing things my way. I'm counting on you, Hayes. Oh, and Director? You better have my daughter. Or you'll never set foot on the Otago. Теперь нужно возвращаться опять в доки Беркли и позаимствовать на борту корабля всякий персонаж, штуковину. Хорошо. Но этим мы займемся уже, друзья, в следующий раз. А на этом пока что остановимся. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.